Грати 5 – это роликовый гриль, предназначенный для приготовления продуктов цилиндрической формы, например, сосисек. Гриль имеет размеры: длина 575 мм, ширина 265 мм и высота 225 мм. Гриль питается от однофазной сети 220 вольт, потребляемая мощность 1,5 кВт. Гриль оснащен легкосъемным поддоном для сбора жира, выполненным из пищевой нержавеющей стали, что позволяет его легко мыть в ванной. На передней панели роликового гриля расположена клавиша включения вращения роликов. Также на передней панели расположена ручка терморегулятора, плавным поворотом которой мы устанавливаем заданную температуру, и о том, что наш гриль начал работать, ролики начали нагреваться, нам символизирует загоревшаяся зеленая лампа. О готовности гриля к работе будет символизировать та же лампочка, но с тем, что она потухнет. После включения роликовый гриль готов к работе через 7-10 минут. Полная загрузка роликового гриля составляет 12 сосисек. Частота вращения роликов вокруг своей оси составляет 4,4 оборота в минуту. Время приготовления сосисек составляет 5 минут. Внутри каждого ролика находится тен, благодаря чему сосиска всегда поджаривается одновременно на двух роликах. Приготовление продукта осуществляется непосредственно на поверхности роликов, которые выполнены из пищевой нержавеющей стали. Приготовление продуктов на роликовом гриле мы можем вести в диапазоне температур от 50 до 350 градусов. По окончанию работы гриль необходимо помыть. Для того, чтобы помыть гриль, мы используем обычные моющие средства, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами. Средство наносится на гриль, либо на губку. После чего моющее средство смывается водой, а ролики гриля прокаливаются до температуры 250 градусов, чтобы просушить и удалить остатки моющего средства. Ставится на место поддон, и гриль снова готов к работе.